В библиотеке семейного чтения состоялся вечер встречи друзей «Мы вместе» в рамках Международного дня инвалидов. Мероприятие было организовано совместно с региональной общественной организацией инвалидов «Надежда». Альмира Новоселова расскажет подробнее. Лабытнанское отделение региональной общественной организации инвалидов «Надежда» было организовано 17 апреля 2010 года. Сейчас в состав входит 26 человек, и каждый из них время от времени нуждается в помощи, которую не всегда могут найти в лице Любови Терещенко. Она часто обращается в администрацию города или к индивидуальным предпринимателям, защищая интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее актуальной сегодня – адаптация городских объектов. Ко мне можно обратиться по любому вопросу, будь то и по ремонту, будь там и какая-то помощь такая, что-то по дому там или как что-то. Если я обычно и юридическую помощь мы оказываем, ну, сама я, конечно, не юрист, но я всегда решаю такие, если юридические вопросы, то я обращаюсь в центр, в МФЦ сидит бюро юридическое, там два юриста у нас, они оказывают бесплатную помощь людям с ограниченными возможностями. Деятельность общественной организации инвалидов обширна. Главная цель – не оставлять без внимания тех, кто в этом нуждается. Мы все вместе, всем сообща, вот какое-то у нас горе или радость, мы всегда все вместе. Поздравляем, ну, с праздником, ездим, открытки, подарки дарим праздникам. Навещаем тех, кто не может ходить, ну, колясочников. Они рады, что их навещают, и они не одни хоть сидят. Все же мы приедем, маленько там что-нибудь, то расскажем, то где-нибудь что-нибудь. То они нам что-нибудь расскажут, по телевизору увидят. Порадовали зрители своим выступлением обучающиеся детской школы искусств, а сотрудники управления соцзащиты и Центра социального обслуживания населения рассказали про работу своих отделений. Людям, у которых есть проблемы с движением, специально подбираем какие-то упражнения, делают поделки для развития пальцев рук, для развития памяти, речи. Поэтому, если есть проблемы, обращайтесь, мы всегда рады вас видеть. За все время существования «Надежды» все члены организации сдружились, а такие встречи для них – повод провести время интересно, отдохнуть душой и просто поговорить. Альмира Новоселова, Алексей Руженко, программа «Время местное».